Меняя положение в национальном рейтинге на заседании штаба по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области, обсудили корректировку дорожных карт, реализацию отдельных мероприятий, прогнозы и текущую позицию региона в рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. Среди пилотных регионов мы поднялись на 10-е место, то есть среди тех 21 субъекта, которые анализировались в течение 2014 года. По показателю среднее время подключения к электросетям значение сократилось с 256,6 дней до 120,75 дней. То есть, видите, практически в два раза. При этом наш целевой показатель по дорожной карте к 2017 году 80 дней. Во втором квартале 2016 года будет завершена работа по внедрению системы одного окна для сетевых и сбытовых организаций. Это позволит ускорить работу. По расчетам, срок с момента принятия заявления до подачи электроэнергии удастся сократить до 30 дней. Время получения разрешения на строительство сегодня также уменьшилось в два раза, оно составляет 141 день. Отдельно на заседании обсудили проблему выделения земельных участков для объектов инженерной инфраструктуры в муниципальных районах. На данный момент уже разработан и утвержден порядок и условия их размещения на территории Ленинградской области.